Живая, любимая, родная. Музыка в исполнении Щелковского оркестра звучала со сцены в минувшее воскресенье. Уже полюбившиеся солисты порадовали зрителей и гостей театрально-концертного центра «Щелковский театр». Оркестр с каждым годом расширяет репертуар, привнося в звучание новые мотивы. Музыканты виртуозно исполняют соло на любых инструментах, от ксилофона до саксофона. Я услышал песни не только известных авторов, музыкантов, поэтов, а песни авторские. Это Югорского и Коваленко. Вот. Я слышал, как Саша сочинил эту песню, это буквально было при мне, которую он пел. Мы сидели, да, он ее исполнил в гитарном исполнении. Я сказал, что это будет хит. Хиты и любимые мелодии покорили ценителей и поклонников. Искрометные шутки ведущих прекрасно освежали наполненную теплом и гармонией атмосферу настоящего музыкального праздника. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.